Всем привет, вы на семейном творческом канале. Сегодня у нас с вами будет обзор покупочек из Фикс Прайс. Стали мы достаточно редко туда ходить, но все-таки захаживаем. Ну и первое, как обычно, по вкусняшкам. Вафли Акульчев без пальмового масла, венские вафли с нежным йогуртом. Цена 25 рублей такой упаковочки. Здесь 4 вафельки, 140 грамм. Купила 3 штучки, всегда их покупаем на перекус в школу. Следующая покупочка — это печенье Супер Контик, шоколадное печенье-сэндвич. Всегда тоже его берем. Очень вкусное. Его цена 11 рублей. Купила 3 штучки. Коктейль «Молочная речка», вкус «Карамельная ириска». Вкусы там были представлены абсолютно разные: шоколадные, банановые, ванильные. Здесь у нас 200 грамм, массовая доля жира 2%. Изготавливает у нас это республика Удмуртийская, город Сарапул, кажется, если я правильно называю. Вот такой вот молочный коктейль взяла на пробу. Кот тут ходит, мне шуршит, мешается, в пакетах лазит. И цена этого коктейля 18 рублей 30 копеек. Взяла на пробу. Вот такой вот смузи. Манго, фруктовый микс, 4 злака с мякотью. Здесь написано, что 80% фруктов, 20% злаков. Сады Придони изготавливают. И здесь у нас без добавления сахара. Здесь у нас манго, ананас, виноград. Содержит растворимые и нерастворимые пищевые волокна. Здоровый перекус. Цена его была 25 рублей. Взяла 2 штучки на пробу Серафимке в школу. Последняя взяла вот такие вот на пробу. Вот такой вот чак-чак Тимоша. 100% мед. В общем-то, взяла на пробу, 11 рублей его цена, и здесь 50 грамм. Купила вот такие вот батареечки, 55 рублей их цена, самые обыкновенные, ничего в них особенного нету. Я купила, давно у меня просила младшая дочь, купила ручку стилус с фонариком. Здесь нужны батарейки, но написано, что батарейки входят в комплект. Цена ее была 50 рублей. Сейчас мы с вами ее вскроем и посмотрим. Так, взяла свой телефон, попробуем. Не знаю. Ну вот. Давайте проверим, как подставка для телефона. Вот здесь вот выемка, вставляем телефон. Ну, в принципе, работает, ну, на поверхности, да, держится. И также фонарик. Фонарик замечательно светит. Смотрите. И принцип работы самой ручкой. Крутим. Оп. Ручка пишет черным цветом. И обратно убираем. Вот такая вот ручка стилус. Новинок я купила вот такой набор линеек. Фрукты очень мне понравились. Там были разные наборчики. Больше всего мне приглянулись фрукты. Здесь 2 штуки. Цена 55 рублей. Апельсин и киви. Они очень классные. Сделаны из такого твердого пластика. Линейки прозрачные. И очень хорошо видны сами циферки. Вот такие вот прикольные 2 линеечки. Следующая моя покупка, посмотрите, какой классный. Это наклейка-светильник на батарейках. Цена 99 рублей, это новинка в Фикс Прайсе. Мерцает разными цветами. Очень красиво, хочу повесить Серафиме в комнату рядом с кроваткой. Давайте его откроем, посмотрим. Значит, инструкция: для активации батарейки необходимо вытянуть язычок. Нажмите на серединку лампы. Мерцание лампочек происходит в 3 режимах. Каждое нажатие на кнопку сменяет режим свечения. Отключение светильника происходит при нажатии в 4 режиме. Посмотрите, какой он классный. Вот он тут отклеивается, и липкая сторона приклеивается к стене. Так, надо найти вот язычок.
вытянула язычок. И посмотрите, это первый режим, второй режим и третий. И четвертым он выключается. Честно говоря, я думала, что он будет весь светиться. Пони тоже, но пони сама такая вот просто красивая, переливающаяся. Сейчас мы с Серафимкой его повесим, и я сниму вам видео, как он смотрится в темноте. И вот так красиво он смотрится над кроваткой. В темноте вот так мерцает. Купила шампунь для всех типов волос, экстракт грейпфрукта и мята, цена 55 рублей. Шампунь для всех типов волос, защита от появления перхоти. Скажу честно, я его еще не пробовала, но решила взять попробовать. 400 мл здесь. Это вот такой светильник уже для старшей дочери, кактус. Цена его 199 рублей. И сюда нужны батарейки, две штуки, АА, в комплект они не входят. Были ананасики, фламинго, единорог и кактус. Настя захотела кактус, мы выбрали ей кактус, для чего, в принципе, я и купила батарейки. Сейчас с вами откроем и посмотрим, как светит он. Такой классный подарок даже, между прочим, подарить. Давайте посмотрим на его качество. Ну, качество оставляет желать лучшим за такую сумму. 99 рублей ему цена. Весь подцопанный, весь побитый какой-то. Здесь есть отверстие для того, чтобы его повесить на стену на гвоздик. Здесь есть кнопочка. И вот так он светится. В принципе, неплохо. Вот такой вот прикольный кактус. Вот такие прикольные блокноты. Я уже помешана на блокнотах. У нас у девочек их уже столько, что я не знаю. Это Лама блокноты. Его взяла для Серафимы. Цена 99 рублей в фикс-прайсе. Он просто потрясный. Посмотрите, какие здесь красивые картинки. Полистаю вам немножко. Очень мне полистала, прям понравились. Там были... Вообще блокнотов очень много в фикс-прайс стали завозить. Посмотрите, какая черевашка. Класс. О, ленивцы. Вот такой вот. Вот такая модница. И такая модница. Даже здесь есть музыкальная страничка. Очень круто. Очень красивый блокнот. Понравился мне. Пусть будет. И для старшей я взяла вот такой блокнот с ее любимыми кактусами. Они меня там сидят, подслушивают, поэтому тихонечко так. А тоже цена 99 рублей, но внутри он точно такой же, как и тот. То есть по составной части они одинаковые, только разные картинки. Еще там также были очень прикольные блокноты, мне они тоже понравились. Я их пофотографировала, чтобы показать вам. Цена их 199 рублей, такие мягенькие-мягенькие. Но повторюсь, что у нас настолько много блокнотов. Они очень красивые, мягкие, прикольные, но мне как-то не очень понравились, как прошиты там листочки. Такое ощущение, что вот немножечко и они оторвутся. Он вот в такую точечку. Их я не купила. Как-то вот больше мне понравились вот эти позитивные блокноты с ламами и кактусятами. Вот такой обзор у меня получился из фикс-прайса. Покупок было немного, но все новиночки. Если вам понравился наш обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Вы были на семейном творческом канале. Всем пока-пока, до новых встреч!